Итак, эти ходячие уникальные Винни-Пухи ходят по минимальному наклону в 1-1,5 градуса, если вы его поставите и качнете слегка в бок вот таким движением. Влево или вправо, неважно, куда вы его качаете. Главное, что он должен закачаться. Если я его разверну, он пойдет задом. Главное, чтобы наклон немножко был. Минимальный. И ходит под своим весом, никакого электричества не ходит. Он ходит под своим весом, в нем нет ничего внутри. Он ходит за счет собственного веса. Гравитация толкает его. Сила тяжести. А гарантия сколько шагов? Миллион? Дело в том, что здесь какая гарантия? Он может ходить через миллион лет, если вы не сломаете ему ножки. Понятно. Понимаете? Да, да. Потому все. Что там нечему ломаться. Ну поставьте, пусть да. Еще пойдется. Класс. Еще раз я продемонстрирую вам. Или можно его взять рукой и слегка отвести в сторону. И отпустить. Понятно.